Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня мы вновь рады представить вам новинки серебряных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Стильные и трендовые, актуальные и роскошные. Все это о новых украшениях, которые уже ждут вас на нашем сайте jewmagazine.ru. Чтобы заказать понравившиеся изделия из этого видеообзора, переходите по ссылочкам в описании к этому видео, и где вы сможете безопасно заказать эти изделия, узнать цену, рассмотреть все детали, которые вас интересуют. Ну а прямо сейчас мы начинаем показ настоящей ювелирной красоты. Начинаем наш обзор с вот такого шикарного комплекта, в который входят серьги и кольцо в серебре 925 пробы. Покрытие изделия золочения, вставка, культивированный жемчуг и фианиты. Очень элегантный и женственный комплект украшений. Жемчуг – вставка, актуальная на все времена и подходящая ко всем образам, от повседневного до праздничного. А значит, приобретая этот комплект, вы получите универсальный аксессуар для любого повода. На кольце тонкая шинка, что добавляет, несомненно, шарма изделию, а на серьгах английский замочек. И вместе комплект смотрится очень аккуратно и элегантно. Паспортный вес серег 4,6 грамма, кольца 3,2 грамма. Серьги из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка на серьгах – искусственный султанит. Излюбленная вставка наших покупательниц. И на этот раз вот в таком необычном исполнении. Мы показываем вам сразу две модели длинных серег, которые так изящно подчеркнут линию шеи. Серьги-продевки и длинные серьги с английским замочком. Выбирайте модель на свой вкус, а для того, чтобы заказать эти украшения, переходите по ссылкам в описании к видео. Паспортный вес первой модели серег с английским замочком 5,4 грамма, их высота вместе с застежкой 60 мм, а диаметр вставки 11 мм. Паспортный вес второй модели серег продевок 4,5 грамма, высота этих серег 50 мм, а диаметр вставки 9 мм. Роскошный и очень изысканный комплект украшений, в который входят серьги и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Украшения без вставок. Этот комплект – то, что нужно для образа в традиционном стиле и особенно прекрасно будет сочетаться с павловскими платками. Только представьте, какой необыкновенный образ можно создать этим сочетанием. Воплощайте свои ювелирные мечты и идеи вместе с интернет-магазином «Серебряная птица». Паспортный вес серег 11,10 грамма, подвески 5,3 грамма. В видеообзоре использована цепь КТ-5. Вот такие необычные украшения появились в ассортименте магазина «Серебряная птица» от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Это серьги и браслеты серебра 925 пробы в покрытии родирования, вставка на изделиях фианит. Как мы уже говорили ранее, крестики считаются уже не только религиозным символом, но и аксессуаром, который вполне подходит для повседневного выбора. Создавайте образы, которые вам по душе, и не бойтесь экспериментировать. А наш магазин с удовольствием вам в этом поможет. Паспортный вес серег 3,5 грамма, браслета 1,7 грамма,
Обратите внимание, браслет подбирается по размеру, на нем отсутствует цепочка-регулятор. Представляем вашему вниманию серьги, кольцо и брошь из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка, культивированный жемчуг. Очаровательный комплект украшений в традиционном стиле от мастеров красной пресни. Смотрится очень оригинально и женственно. Как хороши и нежны эти филигранные узоры на лепестках фантазийного цветка. Прекрасно подойдут как к деловому образу, так и к вечернему наряду. Паспортный вес серег 9,5 грамма, кольца 3,5 грамма, броши 5,10 грамм. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии золочения. Вставка на украшение – гидротермальный аметрин. Оцените, какая необычная вставка сегодня в нашем видеообзоре. Ее цвет переходит градиентом из одного оттенка в другой и под разным освещением и ракурсом составляет совершенно уникальные цветовые сочетания. В этих украшениях прекрасно все – и огранка, и цвет вставки, и миниатюрность самих изделий и их вид на мочке уха и шеи. Позвольте себе выделяться и быть необычайно красивой в украшениях от интернет-магазина «Серебряная птица». Паспортный вес серег 3,8 грамма, подвески 1,3 грамма. В видеообзоре использована цепь Snake 8R. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы покрытие оксидирования. Вставка – искусственная бирюза. Специально для любительниц крупных и заметных изделий у нас есть вот такая новинка. Роскошный узор на гладко отполированной поверхности серебра и с бирюзой по центру. Выглядит просто необычайно благородно и царственно. Переходите по ссылкам в описании к видео на наш сайт и подчеркивайте свою уникальность. Паспортный вес серег 10,30 грамма, кольца 7 грамм ровно. Только полюбуйтесь, какую красоту приготовили для вас ювелиры завода «Красная Пресня». Это серьги и кольцо в серебре 925 пробы в покрытии оксидирования и вставкой из искусственного малахита. Очень смелые и дерзкие украшения специально для тех, кто не боится экспериментов в образе. Особенно подойдут зеленоглазым и рыжеволосым красавицам. Кольцо никак не препятствует сжатию ладони. Носить такой комплект удобно и очень комфортно. Паспортный вес серёг 5,4 грамма, кольца 3,5 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочения с элементами выборочного родирования. В
Вставка на изделиях фианиты и ситал собственной огранки. Еще одна прекраснейшая и изысканная вставка в удивительной огранке. Только посмотрите на эти переливы и игру цвета. Как дополняют ее миниатюрные фианиты. В таком исполнении классическая модель приобретает дополнительный шарм. Ссылки на эти прекрасные изделия вы можете найти в описании под видео. Паспортный вес серег 4 грамма, кольца 2,10 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях фианит и искусственный кошачий глаз. В этом видео показываем вам похожий комплект украшений, но обратите внимание, вставка уже отличается и как она невероятно стильно смотрится. Квадратная огранка и фианиты только подчеркивают характерные для кошачьего глаза переливы. Просто восторг! Эти украшения уже доступны к заказу на нашем сайте. Переходите по ссылкам в описании, чтобы узнать стоимость и безопасно заказать понравившееся вам изделие. Паспортный вес серег 3,9 грамма, кольца 2 грамма ровно. Колье из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Изделие без вставок. Минималистичное и трендовое колье сегодня также в нашем видеообзоре. Очень подойдет любительницам современных тенденций. На колье нет вставок, но оно и без них выглядит очень свежо и стильно. Размер на нем единый и присутствует цепочка-регулятор. Длина колье в этом видеоролике 45 см и цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес колье 2,8 грамма. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения с элементами выборочного родирования и в родировании. Вставка на украшениях фианиты. Продолжая тему минимализма, посмотрим вот на такую новинку. Серьги с частично подвижным элементом и очень оригинальным расположением фианитов. На наш взгляд, такая модель будет одинаково интересно смотреться как в золочении, так и в родировании. Поэтому выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте эти серьги в нашем интернет-магазине прямо сейчас. Паспортный вес украшений 3,6 грамма. Представляем вашему вниманию подвеску из серебра 925 пробы. В покрытиях золочения и без покрытия. Вставка на украшениях ювелирное стекло. И снова очень минималистичная и трендовая подвеска со вставкой, так похожая на жемчужины разных размеров. Смотрится очень женственно и элегантно. Сейчас длинные подвески как раз на пике популярности, поэтому очень рекомендуем приобрести такое украшение в свою коллекцию. Уверены, оно займет там почетное место. Паспортный вес подвески 2,8 грамма.
Представляем вам подвеску из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях – фианиты. Еще одни стильные крестики в необычном исполнении. Посмотрите, как элегантно они выглядят, очень подойдут в качестве подарка себе или своим близким людям. Их можно носить и как религиозные изделия, и как светский аксессуар, что будет совершенно уместно с любым вашим нарядом и образом. Паспортный вес подвески 1 грамм. Представляем вам серьги из серебра 925 пробы в покрытиях родирования и золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях – фианиты и искусственная шпинель. Миниатюрная модель серег, которая также вполне может подойти и совсем юным любительницам серебряных украшений. Декор в виде спелых яблок со свежими листочками, роль которых исполняет шпинель зеленого цвета, очень интересно смотрится. Высота данной модели серег 13 мм, ширина в самом широком месте 6 мм. Паспортный вес серег 1,4 грамма. Представляем вам брошь из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирования, вставка на изделии, искусственный кошачий глаз и ювелирное стекло прециоза. Объемная и крупная брошь в виде прекрасной птицы с переливающейся лиловой вставкой. Очень оригинальное дизайнерское решение. Кроме крупной вставки, на птице также присутствуют изысканные филигранные элементы. Такая брошь прекрасно подойдет для украшения пиджаков и кардиганов, а также неплотных шарфов на прохладные весенние вечера. Паспортный вес броши 13,2 грамма. Наш видеообзор подошел к концу. Мы не устаем благодарить вас за обратную связь, ваши добрые слова и комментарии. Кстати, напишите, какие украшения из нового видеообзора пришлись вам по душе. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и вдохновляйтесь на новые эксперименты с украшениями. Мы будем ждать вас в наших новых видеообзорах. До новых встреч!